Земля, вода и воздух – все три стихии в зоне ответственности транспортной полиции. Уже 100 лет сотрудники службы обеспечивают безопасность людей в поездах, на борту самолетов и кораблей. От профессионализма сотрудников зачастую зависит жизнь людей. В задачи транспортной полиции входит обеспечение безопасности граждан, прилетающих на отдых, приезжающих железнодорожным транспортом отдыхать в город Курорт-Анапа, в город Темрюк, потому что в нашей зоне обслуживания 2 района. Хотелось бы пожелать сотрудникам, ветеранам Анапского линейного отдела прежде всего здоровья, удачи, благополучия, успехов в работе и всего-всего самого наилучшего. В Анапе за безопасность туристов в дороге отвечают 170 человек. Служба – дело престижное. Отдел транспортной полиции сотрудничает с университетами системы МВД России и принимают на работу квалифицированные кадры. За особые достижения сотрудники транспортной полиции были награждены нагрудными знаками за отличную службу в МВД, юбилейными медалями и благодарностями. Поздравления подготовили и анапские творческие коллективы, исполнив музыкальные номера. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.